Аджануламбиту Буджо Канака Вадату, Санкиртанай Капитаро Камалая Такша, Вишвамбаро Двиджаваро Югадарма Палу, Ванде Джагат Приякаро, Каруна Аватару. Самсара Дукха Джаладо Патитасья Кама Кродхадин Макранакарай, Кавали Критасья, Дурвасанам Нигадитасья, Нирашраясья, Чайтанья Чандра Мамадехи, Крипаваламбам. Янтах Правишья Мамавачам Имам Прасуптам, Сандживаята Кила Шакти Дараксвадамна, Аньям Шахаста Чарана Шравана Твагадим, Прананнамо Бхагавате Пурушая Тубьям. Тот, кто делал объявление, был прав, эта лекция будет спонтанной таки. Потому что, хотя Ниранджана Махараджи назвал мне тему, на которую он будет говорить, я подумал, что я послушаю его, и все то, что так или иначе отзовется в сердце, а я попытаюсь сказать. Я вижу свою роль только в том, чтобы послужить вторым переводчиком Ниранджана Махараджа. По сути дела, смысл о том, о чем говорил Махарадж, что бхакти — это определенный способ существования в этом мире, когда человек получает блаженство, но не совсем привычным способом. Иногда мы сурово относимся к тем людям, которые пытаются наслаждаться материальной энергией, говорим, они наслаждаются. При этом мы забываем, что сами мы делаем точно то же самое. Немножечко по-другому. Мы все присоединились к сознанию Кришны для того, чтобы быть счастливыми. Не думайте, что сюда присоединяются мазохисты, которые хотят страдать в сознании Кришны, потому что у них особый вкус к страданиям. Нет. Бхакти — это способ получать счастье. И именно поэтому в стихе, который процитировал Шрила Ниранджана Махарадж, Бхактих Паришану Бхаво Вирактир, «Аньятра чайша трикаяка калах, прападня манася ятхашна таксиут, туштих пуштих, сюда паён угасам». Путь бхакти или практика бхакти сравнивается с едой, потому что еда — это самый простой и самый естественный способ получать радость в жизни. Мы все знаем, что люди, у которых нет других источников радости в жизни, очень много едят. Они заедают свое горе и становятся полными. Я только что приехал из Америки, там очень много полных людей. Я так полагаю, что это показывает уровень счастья в этой стране. Иначе говоря, еда — это самый простой, самый естественный способ действительно почувствовать счастье. Человек знает, что плохое настроение, съешь кусочек сладкого торта, и настроение станет немножко лучше. И то, что хочет сказать нам Шримад Бхагаватам, это то, что человек может точно так же очень естественным образом получать счастье от бхакти. Бхакти — это блаженный процесс с самого начала. Иногда очень часто на каких-то духовных путях или в разных религиозных традициях говорится, сейчас страдайте, помрете, будете наслаждаться. Это достаточно распространенная история. Сейчас надо немножко пострадать, потерпеть,
терпите. Потом счастье вам придет, вы будете вознаграждены где-то. Но на самом деле, как говорит Кришна в Бхагавадгите, «Пратьякшавагамам дармьям сусукам картумавьям». Путь духовного реализации или настоящего духовного познания «Пратьякшавагамам дармьям». Это дарма или этот путь? Это природа человека. Она с самого начала дает непосредственный опыт счастья «Сусукам картумавьям». Это простой и естественный путь. Слово «сусукам» можно переводить как «очень счастливый путь», то есть путь, на котором человек начинает радоваться. «Сусукам» можно переводить как «легкий путь», «сусукам» можно переводить как нечто в высшей степени естественное. И наверняка у многих из вас есть этот опыт, когда мы сталкиваемся впервые с практикой бхакти, нам кажется, что мы все это уже давным-давно знаем, что все так и есть, что это нечто очень соприродное нашей душе. Иначе говоря, бхакти — это естественный способ стать счастливым, тогда как очень часто в материальном мире как раз из-за недостатка счастья люди прибегают к искусственным способам стать счастливыми. Стать счастливым благодаря водке — это искусственный способ стать счастливым. Употреблять наркотики, химические вещества — это искусственный способ стать счастливым. И именно поэтому он не может быть sustainable, он не может быть на самом деле каким-то постоянным. Это нечто, что не приносит некого постоянного счастья. Человек погружается после этих искусственных пиков так называемого счастья в еще большую тоску и печаль. И ему нужно употреблять еще большие дозы наркотиков или алкоголя, или еще чего-то для того, чтобы поддерживать свое состояние в норме. Но бхакти не состоит из этих синусоидных взлетов и падений. На пути бхакти нет похмелья. Отходняка тоже нет. Бхакти приносит счастье с самого начала. Может быть, поначалу не такое резкое, не такое яркое, не такое доступное, но тем не менее все люди... Только сегодня я читал письмо, и человек рассказывает мне о том, почему он стал заниматься бхакти. Он говорит, что с самого начала я почувствовал некую естественность и простоту этого пути. И такой опыт получил, что я не мог остановиться. Ну, это проходит, мы все знаем, что этот первый энтузиазм, он, может быть, не так долго живет, но мы должны очень хорошо понимать, что если мы все правильно делаем, то результат должен быть именно такой, как описан в этом стихе. В этом стихе говорится, что когда человек ест, то он сразу ощущает три вещи одновременно. Первая вещь, которую человек ощущает, это удовольствие. Вторая вещь, которую человек ощущает, это то, что в желудке, которым до этого урчало и выли шакалы, в котором было пусто, становится желудок, мы чувствуем приятную полноту в животе. Так и хочется похлопать себя по нему, и он уже не звучит, как зеленый арбуз. Третья вещь, сюда поем, мы чувствуем, что голод утихает. И одновременно с этим, когда человек становится на путь бхакти, то есть начинает слушать о Кришне, и прежде всего речь идет именно об этом, о слушании, о том, что есть иной мир, то, что есть иная реальность, то, что не нужно быть завистливым, не нужно гневаться ни на кого, можно просто любить. Можно просто существовать в постоянной любви. Когда мы слушаем о том, об этом бытие, исполненном счастье в отношениях с Богом, который есть олицетворенная любовь, то естественным образом мы чувствуем радость. И Вишванатха Чакраварти Такур, комментируя этот стих, говорит, что
Все эти три результата, которые человек получает от процессе бхакти, они зависят от того, ровно от того, насколько интенсивно он этим занимается. Если я чуть-чуть послушал о Кришне, то я получил небольшое удовлетворение, чуть-чуть наполнил свой желудок или почувствовал какую-то сытость и избавился от голода. Но если человек очень много занимается этим, если человек интенсивно занимается этим, он начинает получать полный опыт бхакти. Этот полный опыт бхакти имеет те же самые три составляющих, когда человек чувствует радость. Просто естественную радость от того, что есть это счастливое бытие, что мы не умираем. Само это по себе очень радостное известие. Просто узнать, что я никогда не умираю, что я вечная душа, уже очень хорошо. Есть любимая история моя в связи с этим, которую рассказал один саньяси Бадринараян Махарадж, как он давал лекцию в Америке. И он говорил: вы не это тело, вы вечная душа. И там сидели две таких полных женщины, и одна наклонилась к другой и громко прошептала: ты слышал, это такое облегчение. Such a relief. Просто услышать то, что я не это тело, уже облегчение, уже как-то легче становится. А если еще понять, какова природа этого вечного бытия, то, что вечное бытие исполнено радости, счастья, игры, то, что Бог любит нас, и то, что Бог на самом деле очень веселый, остроумный, молодой человек, а не старый, злой старик, который завидует всем. Это тоже приносит очень большое счастье. А если мы еще поймем или почувствуем действительно ту сладость, которая связывает предавшиеся души, достигшие совершенства души с Богом, с Кришной, то счастья будет еще больше. И одновременно с этим, что происходит, бхакти приносит удовлетворение. Одновременно с этим происходит пара-иша-анубав. Анубав буквально значит опыт, конкретный опыт. Мы начинаем ощущать, что Бог — это не просто некая абстрактная концепция. Иногда люди верят в Бога, но эта вера очень умозрительная, очень теоретическая. Поэтому человеку все равно нужна какое-то живое общение или эмоциональное удовлетворение. Но когда человек занимается бхакти, он понимает, что Кришна уже есть. И он не просто понимает это, он ощущает это реально на своем опыте. Он начинает говорить с Кришной, он начинает видеть Кришну. Он начинает чувствовать, как Кришна посылает ему какие-то знаки. Он понимает, что ничего случайного в этом мире нет, и все то, что случается с ним, это, в конце концов, разговор с Кришной. Бхакти — это очень важная вещь, как Бхагавадгита является диалогом. Кришна рассказывает, Арджуна слушает, иногда Арджуна задает вопросы. Бхакти — это с самого начала диалог. Когда человек вступает на путь преданного служения, он начинает слышать голос Бога. Понятно, что это иногда голос его собственного ума. Но, тем не менее, до какой-то степени он получает этот опыт, опять же, в зависимости от того, насколько интенсивно он занимается бхакти. Он начинает ощущать Бога, и реально это можно сравнить с чувством полноты, которое испытывает человек, когда он ест.
Мы все знаем это ощущение пустого желудка. Иногда на Экадаше, если вы поститесь и вы ложитесь спать, и там что-то сосет внутри, и кажется, что там черная дыра образовалась в этом желудке. Эта пустота, она буквально убивает. Точно так же человек, который не общается с Богом, причем не теоретически, а на практическом уровне, он ощущает пустоту. И когда человек становится на путь бхакти, когда человек начинает практику бхакти, и в процессе повторения святого имени он взаимодействует с Богом, то он чувствует, что в сердце появляется полнота. Как иногда это чувство пустоты называют дефицитом. И этот дефицит в сердце, когда он становится движущей силой или импульсом для наших поступков здесь, в этом мире, приводит к очень плачевным последствиям. Человек на самом деле должен действовать из полноты. Когда у нас внутри пустота, мы хотим взять, чтобы заполнить что-то. Нам нужно постоянно брать что-то. При этом мы чувствуем, что вакуум не наполняется. Но когда у нас есть внутри полнота, то мы чувствуем необычайную щедрость. Это ощущение щедрости от полноты само по себе доставляет счастье. Поэтому пара Иша-Анубава сравнивается с пушти, питанием или наполненностью человека. Человек, реально получая опыт общения с Богом в процессе преданного служения, чувствует силу. Примером этого может служить Шрила Прабхупада в последний год своей жизни, когда он был уже очень болен. Иногда его приносили на лекции на паланкине, на носилках. Он не мог идти, он не мог говорить. Он начинал свою лекцию очень медленным и очень слабым голосом. Но чем больше он говорил, тем больше сил у него появлялось. И под конец он рычал, как лев. И все люди откидывались назад от напора энергии, которая шла из него. Почему? Потому что бхакти непосредственно питает человека, дает силы. И любой человек, который действительно искренне занимается преданным служением, знает, что преданное служение дает силы преодолеть очень сложные ситуации в жизни, невозможные ситуации в жизни, которые, к сожалению, регулярно с нами происходят. Иногда действительно очень сложно прожить, но бхакти дает силы. И а наконец, Виракти сравнивается с утолением голода, когда человек чувствует, что все, я сыт. Здесь, в материальном мире, мы чувствуем эту постоянную несытость или потребность каким-то образом постоянно возбуждать свой ум. Ум, лишенный возвышенного контакта с Богом, чувствует эту неудовлетворенность или голод. По-другому это состояние неудовлетворенности можно назвать стрессом, когда мы чувствуем беспокойство, тревогу. Все это проявление экзистенциального голода. Голода на очень глубоком уровне. И человек, который начинает заниматься бхакти, вдруг неожиданным образом, ни с того ни с сего, ощущает какое-то спокойствие внутри. Виракти. Виракти значит отсутствие этого беспокойства, отсутствие непоседливости. Как голодный человек, у него есть это состояние непоседливости. Ему нужно что-то сделать, чтобы как-то удовлетворить этот голод. Виракти значит внутреннее спокойствие. И одновременно с этим счастье, одновременно с этим полнота,
которую человек испытывает в сердце. И все это конкретные, совершенно научные критерии, по которым человек может судить, продвигается он в преданном служении или нет. Если человек занимается, так сказать, практикой преданного служения, не становится счастливым, то что-то он делает неправильно. В Одессе есть хорошая поговорка. Если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Так, если переделать эту поговорку на вайшнавский лад, то если ты такой умный, то почему ты такой несчастный? Потому что иногда, иначе говоря, человек должен становиться счастливым. Когда Шрила Прабхупада говорит, повторяйте мантру «chant and be happy», то он говорит, вы должны стать счастливыми. Если вы не становитесь в результате этого счастливыми, что-то не так. Это значит, что вы не повторяете мантру. Это значит, что вы повторяете что-то еще. Что-то не так заладилось, потому что само слово Кришна, как говорит Шрила Рупа Госвами, «тунда, тунда», Вратим витаноте, тунда вали лабдае, карна крода кадан бени гатаете, карна будхе бьям сприха. Он говорит, что когда я повторяю имя Кришны, то мне хочется, чтобы у меня были тысячи языков. Когда я чувствую, как имя Кришны пляшет у меня на языке, мне хочется, чтобы у меня выросло много языков. И когда это имя входит в мои уши, то мне хочется, чтобы выросло много ушей. На джане джанито кияби рамритай кришнети варна двои. Я не знаю, сколько нектара находится в этих двух слогах Кришна. Однажды Мадхамохан Прабху остроумно заметил, что мы тоже не знаем, сколько нектара находится в этих двух слогах Кришна. Он не знает, и мы не знаем. Он не знает, потому что он не может понять до конца, сколько же его много. Мы не знаем, потому что мы делаем это неправильно. И мы не получаем этого отклика от святого имени. И поэтому, как объяснял Шрила Ниранджана Махарадж, есть определенные правила, которым мы должны следовать. Эти правила вспомогательные для того, чтобы помочь нам сделать нас счастливыми. Мы отказываемся от наркотиков, от интоксикации, или от незаконных половых отношений, или от мяса. Опять же, не потому, что это некое мазохистское движение, а потому что эти вещи мешают нам испытать или получить высший опыт счастья. Потому что они отвлекают нас, потому что они замутняют наше сознание, потому что они не позволяют нам произнести святое имя чисто. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И если человек понимает эту науку, он поймет, насколько это, во-первых, естественный, а во-вторых, глубоко научно обоснованный процесс. Процесс стать счастливым. Путь, который может привести нас не просто к ограниченному, временному, быстро кончающемуся счастью, а к постоянному, ровному счастью. И чем больше человек погружается в это, тем он становится счастливее. И вначале очень часто люди, опять же, в порыве этого первого энтузиазма своего, пытаются проявлять некое внешнее отречение. Очень часто люди, я помню, как один из первых преданных прославился тем, и все преданные прославляли его. Тогда все было очень скрыто, все люди скрывались. Вот. Но когда они собирались, они рассказывали друг про друга. Один преданный, он услышал все это, о том, что нужно отречься от мира, отряхнуть его прах с наших ног и повторять Харе Кришна. Он пришел домой, подумал, чего бы отречься. Он зашел в ванную комнату, увидел там ванну, которая была очень привязана. Он подумал, что
Первое, чего нужно отречься, это от ванны. Открутил эту ванну и сбросил ее с балкона. И прославился, стал великим героем. Но речь не об этом, не о том, чтобы ванну с балкона выбрасывать. Вначале люди, получая какой-то опыт соприкосновения, но в основном также для того, чтобы каким-то образом потешить свое самолюбие, делают глупости. Это настолько распространенное явление, что даже в Чайтанья Чаритамрите Шри Чайтанья Махапрабху дает нам этот урок. Если честно, Сила Ниранджана Махараджи несколько раз говорила о заготовленной спонтанности нашей лекции. Самым лучшим примером спонтанности является то, что вот тут у нас рояль в кустах случайно. Да? Классический пример. Я думал, что я буду продолжать его тему про Виракти, поэтому я готовился говорить про Виракти. Но неважно. Так вот, этот пример того, что Шри Чайтанья Махапрабху осуждает преждевременное отречение от материального мира, когда человек делает это искусственно, на показ. Очень часто человек приходит из внешнего общества, общества преданных, и в обществе преданных существуют те же самые законы социальные. Просто тут тоже люди пытаются достичь определенного уровня, но другими способами. Тут ценится отречение от мира. И поэтому человек начинает отрекаться направо и налево. Как правило, семья страдает первой. Начинается все с детей, которые отрекаются. Совершенно невинные жертвы их великого отречения. Даже Чайтанья Махапрабху осуждает это. В Чайтанья Чаритамрите есть замечательная история, очень поучительная в этой связи, являющаяся очень хорошей иллюстрацией к этому стиху. Рагунат Дас Госвами, великий святой нашей традиции, Прайоджана Ачарья, до того, как он стал Рагунатом Дасом Госвами, был всего лишь навсего Рагунатхом, единственным сыном и наследником многомиллиардного состояния безумно богатых людей в Бенгалии. Говорится, что каждый месяц доход его отца и дяди составлял 2 миллиона золотых монет. Это не 2 миллиона фантиков, которые сейчас выдаются за какие-то богатства. 2 миллиона золотых монет. В раннем детстве или в ранней юности, когда он был еще подростком, ему было примерно 16 лет, он на 8 лет младше Господа Чайтаньи, когда Господь Чайтаньи принял отречение, ему было 16 лет, он увидел его в первый раз. До этого он всего лишь слышал о нем. И Баларам Ачарья, один из ближайших спутников и браманов, друзей его отца, он сказал, что великий святой уходит из Навадвипы. Он живет недалеко. Позволь, пожалуйста, твоему сыну увидеть его. В 16 лет этот маленький мальчик увидел Господа Чайтанью, получил от него благословение и, более того, получил прикосновение лотосной стопы Господа Чайтаньи к своей голове. Он получил такой необычайный опыт или вкус духовного счастья, что, вернувшись домой, он не мог смотреть на все богатства, которые его окружали. Он реально не мог понять, зачем ему все это нужно.
И постоянно, практически каждую ночь, он пытался убежать из дома. Единственное, что он хотел, он видел сны о Господе Чайтанье, он думал о том, что в какой-то момент он прибежит к нему в Джаганатхапури, на берег океана, где он будет постоянно рядом с ним. Получив этот опыт духовного счастья, он почувствовал абсолютную бледность и никчемность материальных удовольствий и не мог смириться с этим. Как сумасшедший он пытался убежать Господу Чайтанье, чтобы получить еще раз тот же самый опыт. Так прошло несколько долгих лет, 6 или 7 лет. Да, где-то 7 лет, пока, наконец, Господь Чайтанья, вернувшись из своего путешествия по Южной Индии, не пришел снова в Шантипур. К этому моменту постоянно Рагхунатха Даса Госвами окружало 11 человек. У него было 5 личных телохранителей, которые стерегли его день и ночь. У него было 2 личных повара, брахмана, и 4 слуги, которые выполняли все его желания. Не считая красавицы жены и всего остального. 11 человек постоянно находились с ним, потому что отец его боялся, что он убежит из дома. И Рагхунатха Дас Госвами, обратившись к своему отцу со слезами на глазах, он сказал: «Я слышал, что Чайтанья Махапрабху снова здесь. Если ты меня не пустишь к нему, я умру». Отец вынужден был согласиться с его просьбой. Он отправил огромную делегацию вместе с Рагхунатхом Дасом Госвами. Он усилил его охрану, он отправил несколько паланкинов, богатые подарки, еще что-то такое. И в конце концов Рагхунатха Дас Госвами пришел к Господу Чайтанье. В течение 7 дней он находился там, рядом с ним. И каждое мгновение он думал: как же мне убежать из дома, как же мне убежать из дома, как же мне убежать из дома. Никакой другой мысли у него не было. Он смотрел на Господа Чайтанье, не мог допустить того, что ему придется расставаться снова с ним. Он проклинал свою судьбу, то, что по воле судьбы его посадили в золотую клетку, и он вынужден сидеть там в этой золотой клетке и пытаться какими-то жалкими останками чувственных наслаждений. Господь Чайтанья, который может хорошо читать мысли, который по лицу увидел все то, что творилось в сердце у Рагхунатха Дас Госвами, один из последних дней вызвал его к себе, посмотрел на него и сказал: «Слушай, дорогой, перестань быть сумасшедшим. Сиди дома спокойно, тихо и сделай свою бхакти по-настоящему твердой. Маркатаванда вайраги накаро локхадекана». Господь Чайтанья говорит: не нужно устраивать всех этих показных фокусов с отречением от мира. Потому что это маркхата вайраги, это вайраги обезьяны. Обезьяны тоже живут в лесу и ходят голыми. Но при этом, когда нужно, они наслаждаются. Он говорит: ятха-йогья вишая бунджана. Наслаждайся как нужно, но при этом анасактахана, но при этом не привязывайся к этому. Оставайся дома, живи нормальной жизнью, но сделай свою бхакти твердой. Когда бхакти станет по-настоящему твердой, когда бхакти утвердится в твоем сердце, Кришна устроит все, что нужно. Тебе не нужно будет убегать. Золотые кандалы сами спадут с твоих ног, и ты почувствуешь свободу. Доверься Кришне. Единственное, что нужно, и Шри Чайтанья Махапрабху не один раз повторял это наставление. То же самое наставление он написал Рупи Санатани Госвами, когда те хотели бросить все и прийти к нему, присоединиться к нему. Он говорил, что путь бхакти постепенный.
И это один из очень важных уроков этого стиха. Бхакти — это путь счастья с самого начала. Но для того, чтобы человек смог дойти по этому пути до конца, он должен понимать, что это постепенный путь увеличения духовного счастья. Как однажды Манидар Прабху, ученик Шрилы Прабхупады, сказал замечательную вещь, которая врезалась мне в память. Он сказал, что жизнь человеческая слишком коротка для того, чтобы стать чистым преданным, но слишком длинна для того, чтобы оставаться преданным. Человек, когда он получает такую отдаленную перспективу и видит этот идеал чистого счастья, ему иногда, или чистой преданности, ему иногда не хватает терпения для того, чтобы постепенно, очень естественно идти по этому пути, преодолевая различные препятствия, которых много. Эти препятствия находятся внутри, в нашем сердце. И одно за другим они будут сами уходить. Кришна будет устранять эти препятствия. Либо он будет устраивать какие-то ситуации, в которых мы будем понимать, что происходит с этим. И если мы наберемся терпения, то тогда жизнь наша будет не слишком коротка, чтобы стать чистым преданным, и не слишком длинна, чтобы оставаться преданным, а ровно такой, какой нужно Кришне, чтобы он сделал нас чистым преданным. Если мы полагаемся на себя или пытаемся подходить к пути бхакти как к некоему, как к обычной практике, когда все зависит только от наших сил, то тогда да, тогда будет очень сложно. Либо нам будет не терпеться стать поскорее чистым преданным, и мы будем искусственными способами пытаться стать чистым преданным, сбрасывая свою ванну с балкона или повторяя больше кругов, чем Харидас Такур. Или делая еще какие-то другие вещи. Или просто в своем уме мы станем чистым преданным. Такое тоже бывает очень легко. Встал перед зеркалом, вот вижу чистого преданного. Получил даршан чистого преданного. Или другая крайность. У нас не хватит терпения для того, чтобы просто идти этим простым, но в высшей степени научным путем бхакти. И тогда мы попытаемся искать счастье где-то еще и потеряем удивительный шанс достичь самой высокой цели, которой только можно. Но если мы доверимся Кришне, поймем, что Он ведет нас по этому пути, и Он больше нас хочет, чтобы мы вернулись к Нему, то тогда жизнь наша будет ровно такой, какой нужно. В тот момент, когда мы созреем, Кришна заберет нас к себе и даст нам то, что мы хотим. Как Он сам говорит в Брихат Бхагаватамрите, обращаясь к Гопкумару, Он говорит, что ради тебя я нарушил все законы этого мира. Чтобы вернуть тебя, чтобы помочь тебе вернуться, я стал твоим гуру, я пришел к тебе, я сделал так, чтобы ты родился во Врадже, во Вриндаване. Я устроил все, и теперь ты тут. Путь преданности — это путь, когда мы с самого начала понимаем, что в конце концов не наша воля определяет здесь все, то есть высшая воля. И мы предаемся этой воле. И это в стихе, который Шрила Ниранджана Махарадж прочитал, определяется глаголом, вернее, как это называется, не прилагательным, а причастием, да? Да, причастием настоящего времени. Прападья манасья. Что буквально означает это настоящее длительное время, пропадья манасья, для человека, который находится в этом процессе предания себя. Предание себя значит в процессе предания высшей силе, высшей власти, высшей воле Кришны.
для человека, который находится в этом процессе, точно так же, как для человека, который находится в процессе еды, как к нему приходит три этих результата еды, точно так же для человека, который есть прападья манасья, буквально в переводе на русский язык, предающегося человека, который каждый день своей жизни находится в этом процессе предания, который понимает, что я еще не преданный, и даже еще не предавшийся. Я всего лишь навсего пытаюсь предаться. Сегодня у меня еще один шанс. Сегодня еще раз я могу предаться, послушав лекцию. Сегодня еще раз я могу предаться и попытаться понять волю Кришны, читая святое имя. Сегодня еще раз я могу попытаться предаться во время воскресного пира, предаться этому количеству просада полностью. Если я понимаю, что это процесс, по которому меня ведет Кришна, то тогда я постоянно, каждый день своей жизни буду испытывать эти три результата. Я буду испытывать счастье от занятий бхакти, я буду испытывать полноту от ощущения того, что Кришна живой, и то, что Он слышит мои молитвы, то, что Он откликается на мой зов. И я буду чувствовать, как отрешенность или безразличие к каким-то дешевым и искусственным, и очень второсортным наслаждением этого мира уходит от меня и перестает меня держать в своем плену. В этом смысл того, о чем говорил Шрила Ниранджана Махарадж. Спасибо большое, Харе Кришна. Да, конечно. Сегодня приводили пример гастрономический. Очень важный пример. Мы знаем, что пост определенное время очень хорошо помогает поддерживать в хорошем состоянии тела. То есть пост идет на пользу. А если в духовном смысле, потому что аналогия идет сравнивается со святым именем, пост, конечно, я не имею в виду буквально смысле там прекратить принимать своего рода пост, который может пойти в пользу духовного отношения. Этот вопрос выбирайте сами, потому что оба Махараджи говорили об этом. You would like to answer? Please, you answer. I love the microphone. Любая материальная аналогия имеет свои ограничения, и ограничение этой аналогии или этого примера, оно объяснялось в или несовершенство этой аналогии. То есть у любого сравнения есть определенное несовершенство. Нет никакой аналогии, которая бы целиком, полностью, абсолютно идеально совпадала. Поэтому ачарьи объясняют, что есть одно отличие между процессом бхакти и процессом еды, потому что в процессе еды, чем больше человек ест, тем больше у него появляется отвращение к еде. И поэтому нам иногда нужен пост, чтобы восстановить этот вкус. Нам нужно так или иначе восстановить некое свежее желание, потому что если мы едим, надо в какой-то момент остановиться. Но бхакти не имеет этого результата пресыщения. В случае с едой человек может присытиться. В случае с бхакти человек никогда не пресыщается. Чем больше он ест, тем больше ему хочется. Поэтому, если есть какая-то аналогия между постом в материальном смысле, пост нужен только для того, чтобы разжечь в нас желание есть с новой силой.
Если эту аналогию проводить, то для того, чтобы разжечь у нас желание заниматься бхакти, нужно не воздерживаться от бхакти, а очень много заниматься бхакти. Тогда желание будет становиться еще больше. Here it is. Вопрос Ниранджи Махараджи по поводу тоже гастрономического примера. The only thing possibly add to that is when Krishna imposes a fast by increasing our separation. Единственное, что я могу добавить со своей стороны, это иногда Кришна заставляет нас поститься, когда обрекает нас на разлуку с собой. Sometimes that happens also. Иногда это происходит также. Krishna told Narada Muni. Кришна говорит Нараде Муни. He appeared before Narada Muni after his meditation, and he appeared before Narada Muni and said, I regret to tell you, Narada, now that you feasted, you're going to have to fast. Он явился Нараде Муни после медитации, когда появился его сердце, и потом сказал Нараде, извини, Нарада, за плохую новость, но часто попировал, а теперь придется попаститься. Because, he said, because you won't see me again in this life. В этой жизни ты меня больше не увидишь. He said that more that you hanker for me than whatever residual attachments and desires are there within your heart would be completely burnt up and destroyed. И чем больше ты будешь стремиться ко мне в этой жизни, тем больше это стремление ко мне, разлука со мной, уничтожит все остаточные стремления в твоем сердце. И придет в конце концов к общению со мной. Krishna knows best. Поэтому Кришна известен лучше, чем нам. Sometimes Krishna may impose a fast on us. Кришна может заставлять нас поститься иногда. To increase our hankering for him. Чтобы усилить свою наше стремление к нему. Because it's the hankering in the heart that actually brings us closer to him. Потому что именно наше устремление сердца Кришне и приводит нас ближе к нему. Ultimately, we'll be able someday begin to realize that that hankering is the best feast. И в какой-то момент времени мы поймем, что это устремление к Кришне есть самый лучший пир. Шрила Ниранджана Махарадж несколько раз говорил преданным, которые жаловались на... Can I give a little bit of explanation background? But, yes. Go ahead. You probably remember more than I do. Не выпало. How I said it? No, I should say that. I don't even remember where you said it. Oh, really? When. Okay. It was in Dina Morse in 1999. 1999? 2000. Okay, go ahead. Шрила Ниранджана Махарадж однажды ответил одному преданному в Дивноморске, это было, по-моему, в 2000 году, в 99-м, когда он жаловался, что не чувствует отклика, вот как сегодня в этом стихе объяснялось, что нужно испытывать присутствие Кришны, бхакти присутствовать, испытывать Кришны. И он жаловался Шрила Ниранджана Махарадж на то, что не испытывает отклика Кришны. Он был ответ на его молитву, усилия его увидеть и почувствовать. И Шрила Ниранджана Махарадж сказал, что иногда, когда Кришна не отвлекается на наши молитвы, это его отклик. Он так откликается на наши молитвы. То, что он не забыл, не то, что он забыл или не услышал, он вот этим молчанием хочет нам что-то дать понять, что мы не понимаем, когда он говорит нам. Слава, тоже форма поста. So it's another form of fast. Вопрос Ниранджана Махараджа. Вы говорили про прогресс в духовной жизни, и когда возникает этот вопрос, почему, как заметить свой прогресс, и вы сравнили это с голодом, что это естественный образ, когда мы насыщаемся, то нам не нужно никого спрашивать. Правильно ли утверждать, что если в голове возникает вдруг такой вопрос по поводу прогресса, то никакого прогресса не происходит в духовном процессе? Thank you.
переведите, да. Я все понял. If you asking that the criteria of the progress is that you become not hungry, and if you asking am I hungry, it basically means that it's a strange question. So would it be correct to say that if we do ask ourselves, do make progress, this question in itself means that we don't have any problem if we ask this question ourselves? Good point. Хорошее замечание. Although it can be looked at from different angles. Но можно ваш вопрос посмотреть с разных углов зрения. Another angle is that the most advanced position of a devotee that a devotee is in is when he sees himself as having no love for Krishna. Но другой угол зрения, под которым можно посмотреть на этот вопрос, это положение самого возвышенного преданного Господа Кришны, который при этом считает, что у него никакой любви к Господу Кришне нет. Doesn't do enough service, потому что он не делает достаточно служения Господу Кришне, не оказывает. That doesn't have Krishna's mercy. И не получил достаточно милости Кришны. Maharaj was bringing up Brihadbhagavatamrita. Махараш вспоминал в своей лекции о Брихадбхагаватамрите. The first part of Brihadbhagavatamrita illustrates that point about the symptoms. И первая часть Брихадбхагаватамриты как раз иллюстрирует такое положение возвышенного преданного. So a devotee never thinks I'm advanced. И преданный никогда не считает себя возвышенным. He never thinks he has love. И никогда не считает, что у него есть любовь к Богу. So in that sense, it may not be exactly representative of somebody who has no love. И поэтому такого рода умонастроение вовсе не означает однозначно признак того, что у кого любви нет. Still, as one is advancing along the path, но при этом человек, который продолжает идти по духовному пути, one should feel, as the examples we give, some strength, some nourishment, and relief of hunger. Как в этом примере приводится, в этом стихе уже не приводится пример, он должен испытывать эти три результата своего продвижения, он должен испытывать прилив сил, избавление от голода и радости, удовлетворения. And when one feels relief from hunger, he knows he doesn't have to ask. И когда человек испытывает утоление голода, то понимает, что спрашивать, наелся он или нет, ни у кого не нужно. He knows that he's not hankering for these material things. Он понимает, что к этим вещам не стремится, к материальным вещам. Hankering is a symptom of life. Это устремление является признаком жизни. That's what we're hankering for. Но разница лишь в том, к чему мы стремимся. If we're hankering for material things, that's material attachment. Если мы стремимся к материальным вещам, тогда это называется материальной привязанностью. Bhagavatam says every learned person knows that the attachment for material things is the cause of bondage for the living entity. Бхагаватам говорит, что любому разумному или образованному человеку известно, что привязанность к материальным вещам является причиной рабства. And when that same attachment or hankering is for association with self-realized devotees, then it moksha dvarma pavrita, it opens the gate to liberation. Когда та же самая привязанность переносится на осознавших себя преданных Господа, тогда она открывает перед человеком врата освобождения. Lord Kapila Dev made the same point in another verse to Devahuti. И Господь Капила Дева в другом стихе, обращенном к Девахути, говорит. Told her that you should hanker for the association of devotees. Он говорит, и стремись же к общению с преданными. Because the more you hanker for the association of devotees, or more that the pernicious effects of your material attachments will go away. Тем больше такое стремление, чем больше ты будешь стремиться к общению с таким преданным, тем больше это стремление будет нейтрализовывать разрушительное тлетворное влияние материальной привязанности. So hankering is a symptom of life. И такого рода устремление или жажда является признаком жизни. So we should always hanker to become more attached to Krishna. Поэтому должны всегда жаждать больше привязаться к Кришне. I'm not attached enough. Я не привязан достаточно. Такой вопрос. Шукадева Госвами говорит в 12-й песне, что если человек анадита,
и все нищие, она дята эва асадутве. Ты асадва. Ты не святой. Садутве эва садутве дамха эва ту. То есть ты садху, если ты гипокрит. Дамха, дамха, дамха эва ту. И мне вот, как бы я хотел связать это с санкиртаной, потому что я знаю, что когда вы сегодня объясняли, что для бхакти нужно много делов, то есть много времени. И когда преданный санкиртаны, он не дает плоды, то руководство, оно начинает его просто зажимать, и в итоге он ищет прибежище в другом ашраме, или он уходит. Сейчас вот что делается в Искон в этом отношении? То есть, как вот объяснял Брихадбану Прабу, что мы, по сути, мы не работаем на результат. И вот этот росток санкиртны, который особенно в азиатских странах, который сейчас очень слаб, и как вот руководство должно понять, что этот росток надо беречь. То есть мы не асадху, мы есть садху. То есть этот подход, это материальное видение, то есть как вот правильно объяснить? Это не совсем ко мне вопрос, я могу только сказать, что стих, который процитирован из 12-й песни Шримад Бхагаватам, описывает симптомы Кали-юги. Что в Кали-югу святость будет измеряться количеством денег. Если у человека много денег, значит он сада. И смысл вопроса в том, что да, иногда человек распространяет книги, но при этом не очень может быть продуктивен в этом смысле. Но я не знаю, каким образом комментировать, потому что это не совсем философский вопрос. Это вопрос, с одной стороны, менеджмента, а с другой стороны, ну, тоже каких-то других соображений. Поэтому я думаю, что лучше обсудить этот вопрос отдельно, там, где с теми, от кого это отношение зависит. Единственное, что я могу сказать, это то, что действительно очень сложно, очень легко закосить этот росток желания дать другим людям сознание Кришны, и сложно его поддерживать. Поэтому самой идеей это я полностью соглашусь. С практическим его воплощением нужно говорить с людьми, которые хотят здесь. Если позволите, последний вопрос. Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вопрос мы недавно слушали лекцию Гиры Гауранги Прабу, которую лидер по Бхакти Вриша. И он говорит, что надо радоваться за прогресс других людей, за духовный прогресс других людей. И здесь он говорит о заботе, об опеке членов Бхакти Вриш, да? Так как он лидер Бхакти Вриш Прасанга. И у меня такой вопрос, как вот понять вот грань заботы о своей духовной практике и об как бы радости, энтузиазма о заботе духовной практики, подопечных, с кем-то общаюсь, новых людей и так далее. Мне не очень понятно, почему забота о своей духовной практике может помешать нам радоваться о духовном прогрессе других людей. Шрила Прабхупада неоднократно говорил, что
Человек должен заботиться о своем собственном духовном развитии. В этом нет никаких сомнений. Но радость от того, что другие развиваются, она, ну, как бы... Я не знаю, какой бурной должна быть эта радость, чтобы она помешала нам заботиться о своем собственном духовном прогрессе. Мы не должны быть зациклены на своем духовном прогрессе, но и не должны быть расциклены от него. Мы должны быть сосредоточены на цели, на своей духовной практике, и при этом радоваться, что другие вокруг нас тоже идут этим путем и становятся счастливее, полнее. Итак, мы переходим к тому, что уже спрашивал сегодня Ниранджан с вами, кто сегодня впервые на программе. Поднимите, пожалуйста, руки.